Саша, ошибка у тебя сразу, посмотри внимательно. Здесь перекрутка. Лучше все бросить, вообще все вместе с клеванкой брось нахрен. Вот теперь посмотрели, что у нас происходит. Ты, походу, развернулся опять не в ту сторону или... Не, все нормально. Смотри, значит, видишь, у тебя перекрут. Здесь вот. Тебе надо вернуть клеванку сюда. Бери в руки клеванку, вот. И клади все это на предплечье. Клеванточку лучше так взять. Вот. Это сюда бросаешь. Все. Здесь посмотрели, все ровненько, ровненько, все. Теперь с этой стороны то же самое. Важно не забывать о том, что клеванту вот так нельзя делать. Давай еще раз посмотрим. Смотри, вот ты сейчас сделал, смотри. Взял в руки клеванту и сделал узел себе. А представь такую ситуацию, что ты пристегнут, стартуешь на лебедке и неправильно подготовился. При выводе купола тебя потащит в другую сторону, куда ты узел сделал. Вот. И тебе придется решать это все на очень малой высоте. То есть там перекиды, лучше подготовиться. Вот теперь видишь, раз, взял, положил на предплечье, чтобы здесь у тебя не было. Опять же смотри, видишь, вот, вот, посмотри своими глазами, видишь, волочок у нас сюда ушел. Вот, а нам надо, чтобы все было вот здесь. Вот, теперь правильно все, чтобы посмотрели, чтобы у нас рулевой волочок был свободен, без всяких, знаешь, там стропа здесь перекручена. Вот, это очень важно. Вот, теперь бери ряд здесь. Теперь отошли, равномерно добились натяжения строп. Посмотрели, как мы отцентровались, какая консоль у нас первая будет выходить, если мы неровно стоим. Уже готовимся работать соответственно. Сейчас более ровно, да? Там? Давай пробуй выводить купол. Отпускай ряды, отпускай ряды. Руки вверх, сзади. И корпус вниз максимально. Еще руки вверх. Работай правой рукой больше. Правую подогни, подогни, подогни. Все, стоп. Еще додави. Не подходи к голову, не надо бедешину заворачивать. Достаточно плотный ветерок, видишь. На лебедке бы улетело. На лебедке очень важно тоже доводить, потому что недовывод может быть причиной того, что задний свал можно вытереть. Ну пробуй, у тебя хорошо обратным получается, ты уже моторику кое-какую наработал на обратном, теперь давай с прямым стартом это все решать, потому что нам сейчас, чтобы пройти базовый курс, нам надо прямой старт. Расправь крыло.